Я бы не стала говорить о том, что мы имеем право делать эти законы антигейскими. Я не за геев, я не могу так сказать. Но я считаю, что личная жизнь – это дело субъективное отдельного граждана. И государство не имеет права вмешиваться в личную жизнь определенного человека. Мы должны быть более демократичны. И здесь наверняка более правильно подойдет западное отношение, ну, скажем так, к различным нетрадиционным парам. Все же я уверена, что наша страна придет к этому мнению. А если мы запрещаем людям любить друг друга, строить какие-то отношения, а какие права мы имеем на то, чтобы им это запрещать, если это не приносит вред? Имеем ли мы право таким образом свободу слова человека, свободу выбора человека лишать? Тогда это, получается, противоречит нашей Конституции. Возникает вопрос, почему вы полюбили мужчину? Вы хотите с ним строить отношения. Это ваше личное дело. В рамках государственной власти это никак не должно быть. Государственная власть же не может быть третьим человеком, который в вашей семье живет.